Всем привет! У нас 7:30 утра. Сейчас покажу вам, как держится долго бутон раскрывшейся королевы ночи Селеницериус грандифлорус. Вот только сейчас средние листочки, лепесточки, стали закрываться. 7:30 утра. Прошлый цветок, он продержался, по-моему, до 5, нет, первый цветок, до 5 утра. Этот, видите, беленькие лепесточки, только сейчас вот начали закрываться. Такая прелесть. Запах, конечно, изумительный, друзья. Трубка очень длинная. В этом горшке у меня 3 отростка, 3 полноценных растения. Может быть, попробую кому-нибудь подарить, кто захочет. Или продать, не знаю, потому что 3 мне не надо. Вот такая красота. Друзья, на самом деле очень красиво. Если бы вы видели это вживую, это просто изумительное чудо. Вот. Ах ты мой хороший. Он сейчас закроется за час. Даже раньше. И все. И вот еще, пользуясь случаем, хочу показать, как разрывает тело кактус. И вот вылезает новая детка. Видите? Может, уже и показывала вам, не знаю. Очень хотелось бы, чтобы и другие мои цериусы процвели. Вот этот вот цериус палмери, бесподобный, он уже цвел один раз у меня. На сайте Одноклассников у меня в альбомах есть цветение этого цериуса. Кому интересно, зайдите, посмотрите. А также цветение вот этого цериуса есть. Или вот этого. По-моему, вот этого, да. Все и не упомнишь так сразу. Здесь тоже красиво цветет. Ах, красота. Все уже закрывается, вы видите? Да, лепесточки складываются вместе. Ну что ж, друзья, показала вам красоту и сама порадовалась. Спасибо за комментарии, за лайки, за подписки. Благодарю вас. До свидания.